То, что вы сейчас видите, это не постапокалипсис и не город во время эвакуации. Это то, что вполне может произойти с нами в случае равнодушного отношения к происходящему в нашем регионе. Надо отдавать себе отчет в том, что некоторые находятся в одном шаге от точки невозврата. И тех, у кого еще хватает сил держаться, совсем скоро эти силы могут оставить. Ситуация стремительно набрала обороты, сминая под своими колесами планы на будущее, мечты и надежды. А ведь еще есть шансы все исправить и хотя бы не дать тому, что происходит, засосать остатки нормальной жизни в черную дыру кризиса и безысходности. Надо лишь продолжать бороться и не быть равнодушными. Мы позволяем делать все, что придет в голову власть придержащим, рискуя своим будущим и будущим своего дела жизни. И как часто бывает, мы расплачиваемся за то, что нас используют в политических играх. Власть слишком беспардонна и грубо вмешивается в наши жизни. Пора остановиться, оглядеться и понять это. Пора проснуться от долгого сна и поднять голову. Некий диссонанс происходит в принятых постановлениях по этапам открытия, первый, второй, третий этап. Государство не может выполнить свою функцию в полном объеме. Последствия вот такого очень нейтрального подхода со стороны власти может привести к тому, что может вывести людей на недовольство. Но голодный человек, он злой человек. Мы не попали ни в какие меры поддержки, и мне не понятно почему. Мне абсолютно не кажется логичным, что самая безопасная территория для детей, территория детского лагеря, где круглосуточно находятся медики, где осуществляется двукратная термометрия ежедневная, считается опасным местом для распространения коронавирусной инфекции. Для ивановского предпринимательского сообщества совершенно очевидно, что руководство области не справилось с задачами антикризисного управления в условиях коронавируса, потому что во главу угла ставится исключительно статистика по заболеваемости, но при этом не берется в учет никакая экономическая ситуация в регионе. А понятно, что руководство области или не может, или боится взять на себя ответственность за судьбу людей, которые работают в отраслях экономики Ивановской области. И если оно это сделать не может или не готово, значит, оно должно уступить это место тем, кто может и кто готов. Мы можем все объединиться и создать такую силу, которая в конечном итоге будет влиять на власть, а может быть даже и создаст ту самую власть для того, чтобы с нами больше не повторялось то, что мы наблюдаем.